Всем привет, с вами СтивПро, и сегодня покажу вам текстурпак 5 ночей с Фредди для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что ж, вот у меня загрузился мир, и как видите, здесь у меня уже поставлены наши блоки. Ну, мы начнем с таких подарочных блоков, которые отличаются всего лишь лентами. На одном блоке она синяя, на втором она красная. Также есть такой непонятный блок, который я, к сожалению, не понимаю. Также есть два блоки, которые изображены в виде Фредди и Чики, да? Второй блок это вроде Чики, лицо Чики. Вот есть такая плитка, с помощью которой мы можем украсить наш пол, стену, может быть, даже потолок. Вот такая голова, я не помню, кого зовут, вроде марионетка, да? Вот у нас такой заборчик. Решетка, вот еще один заборчик и наши ступеньки, да. Весь текстурпак почти выполнен в темном стиле, вот такой рычажок и вот такое у нас стекло, которое стало почти прозрачным. Также наверху потолка у нас висит паутина, но и паутина более улучшенная. Также у нас текстурпак добавляет маски, которые мы можем одеть в режиме выживания и попугать наших друзей. Вот так эти блоки выглядят в режиме креатива. Если не ошибаюсь, то этот блок вентиляция. Этот блок очень сильно напоминает вентиляцию, да, которая у нас есть 5 ночей с Фредди. Но, к сожалению, другие блоки у нас маленько изменились в худшую сторону. Вот здесь у нас хранятся маски, здесь у нас ничего не изменили. Здесь все оставили как было. Кстати, есть такой баг, когда мы уходим далеко, наши вот эти... пол изменяется, он становится зеленым. Возможно, это такая задумка, а может баг. Что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.